Библейский портал экзегет.ру представляет. Псалом 46. Эта лекция, как и многие другие, проводится в Московском Сретенском монастыре и публикуется на сайте экзегет.ру. С первого слова до последнего 46-й псалом говорит о всеобщем ликовании избранного народа при восшествии Бога на престол. Этот исключительно радостный гимн славы стоит после 45-го псалма и по смыслу с ним объединен. Помимо похожих припевов, псалом 46 завершается утверждением о превознесенности Бога на земле. О том, что Господь есть великий царь над всеми богами, народами и природой, говорят и другие группы псалмов. Однако 46-й – это не только поэтическая форма воспевания Бога как царя, но и пророчество, кульминация которого устремлена в далекое будущее. Посмотрим отдельные стихи данного псалма. Стихи 2-5. «Вступительный призыв, обращение ко всем народам, захлопайте в ладоши, по-славянски «восплещите руками», сразу задает позитивный тон этой поэме. Народы, племена и вся земля – это слова, которые превалируют в псалме. Радость из первого стиха нисколько не затухает на фоне слов «Господь Всевышний страшен». Всевышний царь – это не тиран. Автор псалма не скрывает тот факт, что у Бога есть свои суждения в отношении того, кого любить, а кого наказывать. Между тем, Иаков без стеснения наслаждается своими завоеваниями и своей привилегией познать Господа. Фраза «Иаков, которого возлюбил» может спровоцировать вопрос «По какой причине?». На этот вопрос нет ответа. Бог возлюбил Израиль не по каким-то заслугам народа, а по своей благости. Объектом любви могут быть Иаков, церковь, мир, если мы посмотрим на Писание Нового Завета. Как ни парадоксально, Священное Писание не дает прямого ответа на вопрос, почему Бог возлюбил. Вместо этого оно заботится о том, чтобы разобраться с нашими правильными ответами. Какой ответ мой на любовь Божию? С нашими сомнениями и с нашими предательствами. 6-8 стихи. Ключ к 6 стиху – описание того, как ковчег был перенесен в город Давида, после чего город и стал именоваться городом царя и домом Божиим. Бог изображен здесь как восходящий на свой престол. В совершенное время слово «восшел», «воцарился», «воссел» 6-9 стихи намекает на какое-то единственное и неповторимое событие. Он восшел раз и навсегда. Поскольку в метафизическом плане Бог всегда царствовал на небесах, и не было времени, когда Он не был царем, следовательно, речь идет о какой-то земной исторической реалии. Начало такого земного воцарения Бога по псалмам, как считают некоторые исследователи, совершилось в дни Давида, когда на Сион был перенесен ковчег Завета. 7-9 стихи. Настойчивое повторение «пойте, пойте» наводит на мысль о шуме ликующей толпы. Это многократное хаотическое повторение, неупорядоченное «пойте, пойте, пойте» говорит об аутентичности текста, наполненного эмоциями. Слово «разумно», которое встречается в заголовках других псалмов, содержит идею мудрости. По мнению некоторых ученых, данный гимн может быть причислен к псалмам мудрости, которые исполнялись под музыку. Не исключено, что слова апостола Павла «буду петь и умом» по-видимому относятся к таким псалмам мудрости, которые пели, а не читали. 9-10 стихи.
В последнем стихе псалма приоткрывается какая-то эсхатологическая перспектива. До 9 стиха отношение Богу к миру представлялось как отношение великого царя, ну, которое похоже, скажем, на отношение императора к своим подчиненным. Это отношение не было одинаковым по отношению к кругу близких людей и к внешнему кругу лиц. Согласно 10 стиху, бесчисленные народы должны стать одним народом. Никто больше не будет посторонним, но все войдут в общий завет с народом Бога Авраама. Это подразумевает то, что обетование из книги Бытия когда-то исполнится. Апостол Павел говорит о включении язычников в число сыновей Авраама. Помню, на одной из конференций в ПСТГУ присутствовало два профессора, оба из Америки, один католический профессор, а второй иудейский профессор. Первым выступал католик, ну, после православных, естественно, который решил, обращаясь к аудитории, вернуть какие-то вот свои слова по скриптум. И закончил он свою речь примерно такими словами. «Ну, все мы дети Авраама, все мы люди Завета». После этого выступал еврей, который решил тоже ответить каким-то антифоном на эти слова, но закончил он так. «Все ли мы дети Авраама, я в этом не совсем уверен, но я потомок Авраама точно». Это к вопросу о том, кто есть дети Авраама. Нам кажется порой, что Христос производит в среде иудеев революцию, отменяет субботу и говорит, что вот я там из камней воздвигну детей Аврааму. Читая Псалтырь с христианской точки зрения, как мы с вами пытаемся это делать, мы видим, что те идеи, на которые нажимает Христос, они уже обозначены так или иначе в псалмах. Например, 10 стих данного псалма. «Князья народов собрались к народу Бога Авраама». Князья народов предполагают князей окружающих народов, соседей, языческих племен и так далее. И то, что они собираются вместе к народу Бога Авраама, предполагает некое единство веры. Да, мы не исключаем того факта, что Бог особым образом соблаговолил к евреям. Не потому, что они лучше, а потому, что такова была его воля. Но и заключил с ними завет. Но соучастниками этого торжества веры могут стать все окружающие народы. И придя в храм, между ними и кровными потомками Авраама не будет различия. Воцарение Бога на престоле, усмирение буйных народов и покорение ему всех народов – это основные темы псалма. В своей высшей точке псалом возводит нас к идее Бога, превознесенного над народами. Это точка, к которой все движется. Между тем, Евангелие открывает какую-то иную перспективу возвышения, которая полагает начало процессу собирания всех народов воедино вокруг личности Иисуса Христа. «И когда я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе». Слова Христа по Евангелию от Иоанна.